почему профессиональный футбол не приживается в Иркутске? На эту тему мы порасспросили наших экспертов. И, как оказалось, проблема упирается не только в финансирование. Итак, смотрим. Да, команда нужна, да, она нужна. Вопрос, скажем так, баланса цены и качества. Понятно, что болельщик пойдет на результат. Понятно, что спонсор пойдет на результат. Что когда команда показывает результат, но без финансирования результата тоже добиться сложно. Надо распределять как-то финансы грамотно. Вам погасили в прошлом году все задолженности, вам дали денег. Вы расставьте приоритеты, что вам важнее, жить в будущем, получать субсидию или потратить эти деньги, проесть, грубо говоря, здесь и сейчас. Самое обидное, что клуб считает, что они живут идеально. Они не проводят встречи с болельщиками, там не работает сайт, в клубе нет пресс-атташе.